По адресу Светланская, 109, Nissan Dualis, из-за невнимательности ударил Ford Pickup F-105. Классическая история для Светланской. Один выворачивает, другой поворачивает. И в итоге самый невнимательный создает ДТП. В этот раз не разъехались японец и американец. Из внимания уже пропустил, как будто уехал. И уже нажал на газ, ну и просто из-за невнимательности. Так что все в порядке. Ничего такого. Своим мнением любезно поделился и владелец Форда. ДТП произошло на перекрестке улица Светланская, 109. Я поворачивал со Светланской улицы, ехал в сторону Банивура наверх. Человек, который на второй машине, спускался сверху, меня не пропустил, и в результате произошло ДТП. Ну, я занял крайне левое положение, включил левый поворот, заблаговременно перестроился. Встречного движения не было для меня, я поворачивал, он, видать, не заметил меня, ему еще помешала машина, была одна машина, там она, видать, ему обзор прикрыла или как, или он просто отвлекся или что, не знаю, ну, в результате попал он немножко в заднюю дверь, в кузов, немножко замыл. ДТП у машины, ну, люди со мной, которые были, никто не пострадал, все привязанные были. Все это самое. Человек тоже, который на этой машине был, не пострадал. Но автомобили пострадали, да, у него там передок немножко снесенный. И, в принципе, у меня немножко колесо, задняя дверь и кузов немножко замнутый. С оппонентом решили по мировой, да, разойтись? Ну, по страховой компании, да, конечно, аварийный комиссар. Сейчас ждем ГАИ, уже долго ждем. ГАИ очень тяжело вызвать. Честно скажу, минут 15 вызывали сотрудников ГИБДД. Номера телефонов, которые мы набирали, попробуйте дозвониться сами, вы сами это увидите. Автолюбители споров по ДТП не имеют. Рулевой Дуалиса полностью признал свою вину, и теперь водителям нужно всего ничего – дождаться сотрудников ДПС.